Всем привет! Вы на канале про науку и образование. И в этом видео мы с вами поговорим про программную инженерию, информатику и вычислительную технику в ИТМО. Первая часть этого видео – разговор со студентом, а вторая – с преподавателем. Студент поступил на эту учебную программу не сразу из-за недостаточного количества баллов по ЕГЭ, а перевелся на второй курс. У преподавателя тоже интересная история. Он оказался в ИТМО в роли преподавателя после аспирантуры во Франции. Ну что же, если вам интересна программная инженерия, поехали! Привет, ребята! Сегодня я в гостях у Ильи в ИТМО, как вы можете видеть, и мы собираемся поговорить с ним про информатику и компьютерную технику и про программную инженерию, то, что на Западе называется Computer Engineering. Итак, Илья, давай поговорим с тобой про твою учебу. Мы будем говорить не про КТ, который я уже освещал в своих предыдущих видео, а про программную инженерию и информатику и вычислительную технику. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался на своей учебной программе и почему ты ее выбрал? Я оказался на своей учебной программе достаточно интересным способом. Я сначала попал на факультет, связанный с робототехникой, а потом спустя некоторое время понял, что это не совсем мое, потому что меня меньше увлекает какая-то инженерная составляющая. То есть мне нравится изучать работу каких-то механизмов между собой, нежели работу программного обеспечения и, допустим, каких-то математических структур, алгоритмов. То есть ты хочешь куда-то туда, в виртуальный мир больше? Да, мне больше интересна эта абстрактная составляющая, то, как работает все в принципе, нежели по факту. А было ли сложно перевестись на другую программу и была ли потеря года? Потери года не было, но это было достаточно сложно. То есть я перевелся на второй курс, получается, и вместе со мной перевелись люди также с других направлений университета ИТМО, но и из других университетов. Основная проблема в том, что все эти люди, кто перевелись на второй курс, они все по итогу отчислились. То есть я перевелся, в группе было 28 человек, к концу второго семестра, второго курса, получается, осталось 16. Ага. Вот так. Жестко. Да. Тяжело было, не справились или почему? Ну, по разным причинам, то есть достаточно большая академическая разница. Она у меня была 8 предметов. А тебе нужно было закрывать вот эти за первый курс предметы, которые ты упустил на этой новой программе? То есть тебе нужно было и текущие лекции делать, и еще закрыть вот те, которые ты, по сути, не прослушал за первый курс? Да, у меня условно была своя дискретная математика, свое программирование, своя информатика, свое там введение профессиональной деятельности. Мне все это не перезачли. То есть мне сказали, чтобы я закрывал по новой. То есть я снова сдавал программирование, другие лабы совершенно, сдавал дискретную математику, сдавал основы профессиональной деятельности. То есть из-за этого и получилась такая большая академическая разница. То есть если глянуть на учебные планы, то они, в принципе, схожи. А если не секрет, какой у тебя был ЕГЭ, когда ты поступал, и какой проходной балл? ЕГЭ был такой достаточно посредственный, у меня было около 250 баллов вместе с индивидуальными достижениями. Вот без перевода ты бы прошел на свою учебную программу? К сожалению, нет. То есть у тебя получился такой как хитрый ход? То есть, ну, может быть и так, да. В каком-то смысле. Ты поступил на одну программу, а потом перевелся на более конкурентную. Выполнено профессионалом, так сказать. Дома не повторять. Почему не повторять? Может не получиться? Может не получиться. То есть как бы это такой момент, который, во-первых, очень грустный во многом. То есть когда вы попадаете на какую-то образовательную программу, которая оказывается вам не очень интересна, и вы понимаете, что для перевода вам нужно закончить курс хорошо. То есть ты должен учить то, к чему душа не совсем лежит. Да. И вы понимаете, что вы рискуете очень сильно остаться. То есть у меня достаточно много знакомых, которые планировали совершить что-то похожее, но сгорали. То есть сгорали и перепоступали. То есть это такая достаточно тонкая грань, это и определенный риск, соответственно. Понятно. А девчонок у вас много? Ой, у меня в группе, по-моему, 4. Да? Что-то такое, да. То есть нехватка? Ну, просто девочка, я не очень люблю делить там по интересам по полу, но девочки, они все-таки чаще идут на дизайн, например. На что-нибудь такое. Дизайн, ты так это, знаешь, люди могут подумать... Нет, ни в коем случае. А дизайн там, знаешь, одежды там или что за дизайн? Нет, дизайн более такой компьютерный. Есть у нас разный дизайн в ИТМО, то есть у нас есть люди, которые занимаются VR-моделированием, AR-моделированием, то есть... Виртуальная реальность. Да, из тех, кто живет в Санкт-Петербурге, они имеют такую прекрасную возможность попасть к нам на День открытых дверей и посмотреть то, чем люди занимаются в своих учебных центрах.
как бы ты мог сравнить КТ, да, компьютерные технологии, и вот свою учебную программу? То есть, вот еще... Прекрасный вопрос. Главный вопрос для людей, которые приходят в ЭТМО. То есть, они видят тут программирование, тут программирование. Да, потому что у тебя называется мегафакультет компьютерные технологии и управления. Да. А есть еще отдельные компьютерные технологии. Это немножко другое уже подразделение, более, так скажем, глубокое. Да, ну вот в чем отличие? Не знаю, насколько мой ответ будет этически правильным. То есть, как бы, ну, наверное, не очень красиво, если я буду говорить о своих коллегах, друзьях, да. Плохо. Ага. Но я бы сказал, что, наверное, различие все-таки в идеологии. То есть там ребята занимаются более какими-то, возможно, математическими штуками, то есть алгоритмическими, вот больше уходят в эту сторону. Мы больше занимаемся именно прикладной разработкой. То есть это более прикладное программирование. Да, то есть мы изучаем то, как ПО разрабатывается, то, как надо разговаривать с заказчиком. Допустим, у нас был такой предмет, как методы и средства программной инженерии, и там мы обсуждали тестирование. И, то есть мы обсуждали то, что баг — это не все подряд. То есть баг бывает просчетом человека, баг бывает ошибкой работы конкретного железа, оборудования. То есть их много, и одно за собой обычно ведет, и их надо правильно классифицировать. То есть может быть ошибка, которую программист совершил, потому что просто опечатался. А может быть ошибка, которую он совершил из-за того, что неправильно что-то просчитал. То есть разные виды тестирования, как к этому подходить, разные модели разработки. Ну, а ты можешь сказать, кем примерно ты можешь работать и что делать? Чтобы люди понимали, может, они спрашивают, что я буду делать? Ну, моя любимая такая шутка про то, кем я могу работать после своего направления, это, конечно же, учителем информатики в том числе. То есть это прям прописано в кодификаторе, но это забавно. А на самом деле тут такой достаточно широкий спектр, то есть это можно как и в веб-разработку уйти, так и в прикладную разработку уйти, уйти в разработку каких-то больших энтерпрайзовых приложений, то есть для больших компаний, то есть какие-то интернет-системы. Можно уйти в аналитику, как я стараюсь. Вот. Каждому свое, и просто мы изучаем определенный стек технологий, который должен знать начинающий, так скажем, программист. Какие языки ты будешь знать по программированию в итоге? Я буду точно знать Java, потому что наши преподаватели, они все сертифицированные специалисты Oracle. Притом мало того, что они просто сертифицированные. Oracle — это как, ну, компания, которая сама поддерживает и сертифицирует Java. Вот. Они мало того, что сертифицированные, они еще и занимаются тем, что у них проходят тестирование те люди, которые хотят получить этот самый сертификат. По поводу шутки про педагогов работать. Да, да, да. Я просто должен отметить, и это важно, потому что когда я учился в МГУ на мехмате, у нас можно было параллельно с основной специальностью получить еще специальность педагога. То есть там нужно было дополнительно несколько курсов прослушать. И мы все тогда хихикали про это, смеялись. А в данный момент я преподаю детям вот кружок математики, там, ну, олимпиадный, в Англии, ну, там для русских детей маленьких. И я делаю это бесплатно, реально, это испытываю от этого кайф, вот, и я просто очень хорошо помню, как вот это, учителя математики, там, после мехмата МГУ, ха-ха-ха, нет, это... а потом ты делаешь это просто потому, что ты хочешь это делать. Это на самом деле, да, я не просто так пошутил, то есть я рассчитывал примерно на такой упор, то, что с детьми действительно возможно интересно работать. То есть, если делать это правильно, если понимать, как это устроено, то мне кажется, что это очень здорово. Я со своим коллегой буквально недавно обсуждал это, он сам закончил физтех и тоже работает в Англии преподавателем в английском университете. И вот мы с ним тоже это обсуждали, и он говорил, что какой это кайф, когда ты приходишь на занятия, и у тебя твои ученики не спрашивают... А будет ли это на экзамене? Знаешь, вопросы, когда... А зачем нам это надо? То есть, а там люди просто... Ну, просто дети, интересно. Да, просто любопытно. Да. Они просто хотят узнать этот мир. И это просто, ну, другое отношение, другой подход, там, горящие глаза. Вот, это просто разный процесс. Вот. Да, и как бы, когда что-то объясняют, даже, я не знаю... Ну, я сейчас... прохожу какие-то серьезные предметы уже в университете непосредственно, по типу линейной алгебры, например, и то, как это можно преподнести по-другому, и то, как это можно преподнести ребенку. Там, начиная про математический анализ, можно сказать, как вычисляется площадь круга, почему именно такая формула, почему не иная, то есть понятие интеграла, например. А вообще, насколько много математики у тебя в учебном плане?
У меня математики значительно меньше, чем на КТ. Это такая достаточно, возможно, грустная часть для меня. Угу. Хотя большинство студентов, они как бы, ну, именно с моего направления, они этому рады. То есть у меня есть знакомые, которые целенаправленно пошли именно сюда, то есть которые имеют за спиной достаточно серьезный багаж математических олимпиад, которые с легкостью бы прошли на КТ или куда угодно. Вот, но они пошли именно на нашу кафедру вычислительной техники, потому что они устали. То есть им уже хочется больше заниматься именно прикладной разработкой. У нас математики в этом плане меньше, но в университете ТМО действует такая штука, называется модуль внутривузовской академической мобильности. Это когда все студенты могут выбрать направление. Допустим, в моем случае это был именно учебный центр компьютерных технологий, и ходить туда на протяжении семестра. У меня, например, во втором семестре были дополнительные предметы функциональный анализ и математическая логика. Именно с теми преподавателями, которые преподают на кафедре компьютерных технологий. Там было достаточно много программ с разных мегафакультетов. У нас вот достаточно большой университет. Там есть совершенно разнообразные направления. И у нас была самая маленькая группа из 30 человек. У нас было 3 лекции подряд всегда, то есть по функциональному анализу. Ну, это очень тяжело, мне кажется. Это очень тяжело, и как бы видели бы вы нашего лектора, который об этом только что узнал. Вот, но это было достаточно приятное время, такие ламповые очень пары. Вот, и это дошло до того, что это продлилось на второй семестр. То есть у нас наше единственное направление, оно выросло в факультатив, специальные разделы функционального анализа, и мы второй семестр совершенно просто так ходили на эти пары. Класс. Потому что нам было интересно. Ну, там, естественно, наш преподаватель, он как бы повлиял на это, и у нас больше не было 3 пар подряд, но... Наткнулся на ребят с КТ, которых до этого снимал пару видео. Как у вас обстановка на факультете? Ну, не факультете, в учебном плане. Да? Да, но учебный план изменяется. То есть у нас сейчас ввели специализации, которые можно выбирать, и большое количество курсов по выбору. Ага. Вот в итоге, если 2-3 года назад он был один для всех, то теперь можно выбирать там, не знаю, наверное, 12-13 предметов, начиная от криптографии, заканчивая каким-то фронтендом, реверс-инжинирингом. Угу. Вот, ну, все круто. Я смотрю, у вас девушки там есть, да? Да, 16%. А, ты не с КТ? 16%. Ага. 2018 год. Ладно. Ну, ребят, кому интересно про КТ, смотрите у меня предыдущие 2 видео. Там детально все сняли. Такой вопрос. В какой момент ты начал заниматься программированием? То есть буквально в каком классе, в каком возрасте и при каких обстоятельствах это случилось? Я помню это совершенно отчетливо. Это был 8 класс. Такой достаточно, возможно, уже... не самый ранний, то есть это было здесь, в Санкт-Петербурге, я не помню, по каким конкретным причинам я здесь был, я, может быть, участвовал в какой-то олимпиаде от университетов, вот, но мне показалось, что это, не знаю, во-первых, меня окружали люди, которые тоже этим интересовались, в то время у меня был приятель, который мне про это много рассказывал, и я, как сейчас помню, это была книжка Прата, C++, это был... мой планшет на Windows, то есть я набивал какой-то C++ код на... пальцами, вот это, да, это был код Blocks, ага. То есть вот эта среда разработки, и там мои какие-то первые программы, я помню, как мне... Ну, а что это было, любопытство или что? Это было любопытство. Это было... Или хотелось какую-то игру запрогать компьютерную? Я тогда себе запрогал программу, которая решала квадратное уравнение, ага. И делал домашку за 5 минут, ага. Вот, то есть это было вот так вот. Но потом это все свелось к тому, что вот у меня получилось сделать эту программу, которая там, конечно, с какими-то совсем базовыми понятиями, с ветвлениями, там, считала дискриминант, все это дело. Uh-huh. Вот, и мне становилось это интересно, и я там продолжал на уже каких-то геометрических задачах, то есть там, начиная от того, что считал площадь. А ты можешь сказать, вот какие языки программирования или, может быть, какие-то приложения ты использовал, чтобы программировать, типа Scratch? То есть, вот была ли какая-то динамика, что начал в одной среде, потом что-то другое стал осваивать? У меня в какое-то время был такой сайт, я уже плохо помню, как он называется, то ли CodeWars, то ли еще что-то подобное, где по типу Scratch, ну, там был реальный код, то есть там был код на Python полноценный. Я плохо тогда понимал иерархию классов, то есть все это дело, но там условно базовые команды. И суть его была в том, что какой-то человечек идет по алгоритму,
выполняет какие-то действия, там атаку, защиту, вправо, влево, вперед-назад. Вот. И это было, по-моему, самое такое тривиальное из всех тех способов, что я использовал для изучения программирования. То есть Scratch у меня как такового не было никогда. Ну, то есть это было как такое обучение программированию через такую игру. Да. Мне кажется, самая большая проблема современного образования в том, что знания даются слишком абстрактно, слишком далеко. То есть мне кажется, что в современном образовании должны использоваться более наглядные структуры. Например? Был на Ютубе, достаточно было тогда уже, достаточно много интересных каналов, которые прям на пальцах объясняют, что такое статистика, что такое линейная алгебра, что такое дифференциальное уравнение. То есть они делают упор не на формулы. А назвать можешь? Там, не сочтите за рекламу. Ну, допустим, такой из самых популярных SriBlue, Ван Браун. А, да, да, ну про это, конечно. Да, то есть это замечательный канал, который показывает именно то, как это происходит. То есть там запрограммированы какие-то визуализации, и мне кажется, что это самое важное. То есть когда вы уже учите не на там тоже перемножение матриц, да, то есть что и ты столбец нажит у строку или наоборот, то есть это достаточно сложно для понимания и приводит к тому, что студент заучивает к экзамену и забывает там через пару дней. А скажи, а почему ты выбрал именно ИТМО? А, то есть какие у тебя были еще альтернативные варианты? Я так понимаю, ну, то есть исходим из того, что ты питерец, да, наверное, ты хотел что-то в Питере найти. Да, я хотел, ну, не вернее, совсем... ты не питерец, я ты не из Мурманска. Я из Мурманска, ну, то есть тебе вот, ты рассматривал Москву? Нет, к сожалению, у меня такая получилась ситуация, что вся моя семья переезжала в Петербург, и как бы, ну, не очень было бы правильно. Ну ладно, а про что ты думал здесь, в Питере? Здесь, в Питере, я думал про ИТМО и про матмех. Больше я такого особо ничего не рассматривал. ПМПУ немножко, но вот основные мои университеты это были, ну, получается, СПбГУ и ИТМО. Особо я больше ни на что не смотрел. Еще так интересно получилось, что я задолго до своего поступления познакомился со многими ребятами из ИТМО. То есть я там сидел у себя в Мурманске, писал им ВКонтактике, спрашивал, типа, как учиться. То есть ты просто нашел где-то в группе, например, факультета, да, там, или и просто видишь, а, он уже студент. Да, я с ним разговаривал, как бы, и мне как-то, не знаю, уже такая более благоприятная для меня среда. Ага. Плюс здесь очень приятная приемная комиссия. То есть, и ты сейчас в ней работаешь. Да. Это как бы не самореклама, это в плане того, что здесь все организовано максимально подробно для студента. То есть мы в ИТМО попытались уйти от понятия первой и второй волны, мы уже... сразу 19 августа готовы почти со 100% точностью сказать, кто к нам попадет, а у кого, к сожалению, очень мало шансов. Мы уходим от того, что объясняем, что такое первая волна, вторая волна, как там надо ловить аттестаты, это дело. Перепрыгивать. Я наблюдал в МГУ, когда там люди сидят, буквально там полчаса до 6 вечера было, я помню. Да. И там... надо ли бежать сейчас там, не знаю, на физфак с мехмата или там между ВМК и мехматом перевести. Там буквально успею я добежать сейчас до другого факультета, чтобы туда подать документы. И это так... я такой думаю, господи, это честный способ поступления. Что такое происходит? Были вообще всякие трешовые ситуации по типу того, что заказывали такси из одного университета в другой, чтобы успеть закинуть документы. Когда понимаешь, что не проходишь. Ну да, это прям, я видел этих родителей, детей, глаза их эти безумные, вот это вот такой ажиотаж. И в этот момент там вообще нет речи о знаниях. Да, это реально это... такая, как игра на какую-то уже ловкость. Куда попасть, не попасть. Да. У нас же в ИТМО это делается следующим образом. У нас есть люди специальные, которые называются ответственными за прием на мегафакультет. Они следят за тем, кто и как подает документы, сколько на конкретном олимпиаде, на конкретном направлении олимпиадников, сколько людей по ЕГЭ, они прозванивают тех, кто планирует к нам прийти, понимают предположительно, сколько людей планируют принести сюда аттестат, сколько не планируют, и на основе этого составляют список рекомендованных к зачислению. Вообще, характерной чертой нашей кафедры, плюс ко всему, является то, что, несмотря на ее суровость, она остается такой достаточно доброй. Все наши преподаватели, они обладают определенной харизмой, своим каким-то определенным стилем преподнесения материала, приниманием лап, например. У нас тут даже есть такая вот картиночка сделана. Это кафедра вычислительной техники, тролли и наши преподаватели в формате персонажей. Это прямо как вот это, шарж на них, да? Да, это шарж. То есть студент может угадать в каждом вот этом тролле, именно. Кто это? Да, то есть я так вот вам могу сказать без имен, кто это. А скажи, вот думаешь ли ты работать или, может быть, уже где-то там подрабатываешь по своей специальности? Если ты думаешь, то вот с какого курса
На самом деле я подрабатывал по своей специальности, я занимался программированием на Android, то есть это было на Kotlin, я писал под Android приложение. Вот, но мне не пошло, если честно, то есть мне... Но это мне был как фриланс? Да, это был как фриланс. Без графика? Без графика, да-да-да. Ну, я, если честно, потерял интерес к этому, мне стало тяжело разбираться именно в коде, мне захотелось более заниматься какой-то такой математической структурой, более алгоритмами в эту сторону, вот. А так у меня очень много знакомых ребят, которые уже занимаются именно такой коммерческой разработкой, даже начиная со второго курса. Ну, а просто вот даже ради, условно говоря, потребности в деньгах, чтобы были деньги мне на кажется, жизнь, что... свои. Или ты хочешь вот всю учебу именно сконцентрироваться на учебе? Нет, нет, я ни в коем случае, потому что, ну, в России это достаточно проблематично представляется. Ага. То есть, ну, даже при это моей... не только в России, да, у да, меня согласен, в Англии куча студентов работает, потому что им надо на что-то жить. Да, то есть, как бы, ну, даже при отличной учебе я получу 4000 и, как бы... Стипендию. Да, и что мне делать дальше, вот. А, вообще, для студента, как бы, все зависит от конкретного человека. То есть, если он видит своей целью именно развитие в какой-то профессиональной области, то он всегда начинает крутиться. Ну вот, а среди твоих однокурсников вот, в какие компании примерно идут ребята? У меня есть очень хороший приятель, который сейчас работает в Тинькове. В Тинькофф Банк? Да, в Тинькофф Банк. Именно дата-аналитиком. Он там прошел определенные вступительные испытания, то есть он там остался работать. Как бы... Проблема в том, что мы каждый раз с ним пересекались, пока бежали на английский. То есть это не делает мне чести, но я опаздывал, потому что я там что-то дома задержался, он опаздывал, потому что у него был митинг на работе в это время. Вот. И как бы компания идет ему навстречу, то есть у него там гибкий график, 20 часов. А еще куда? Еще часто ребята уходят на стажировку в Яндекс, если из таких... больших, громких компаний. Вот, часто ребята уходят в Яндекс на летнюю стажировку. Некоторые работают в летних компьютерных школах. То есть вот занимаются именно обучением детей программированию. А можешь, пожалуйста, рассказать, какие у тебя планы на жизнь? Собираешься ли ты работать в каких-то коммерческих структурах? Может быть, создать что-то свое, либо в академию идти в науку? Вообще, я больше всего, конечно, планирую уходить в какую-то научную составляющую, конкретно в биоинформатику. То есть мне эта среда достаточно интересна. То есть то, как происходит, там, условно, расшифровка генома, например. Ага. Это все достаточно здорово. То есть ты хочешь анализировать данные? Да. Потому что биоинформатика, она бывает вот чуть-чуть разная. Одно дело — это анализ вот этих огромных массивов информации, которые биологи там... выбирает, да, сейчас. Да, это больше в сторону алгоритмической именно биоинформатики. Так, и в том числе я, конечно, планирую попасть в какую-нибудь коммерческую компанию, чтобы иметь, так сказать, запасной аэродром, что ли, потому что мало ли что-то не сложится с ним. Если про биоинформатику, вот ты употребил геном, но вот у тебя есть конкретные вещи, которые ты хочешь изучать в биоинформатике? Вот какие-то вопросы, на которые ты хочешь ответить? Ну, на самом деле, все те вопросы биоинформатики, на которые я бы хотел ответить, это, наверное, такие общезначимые. Именно меня больше интересует именно человеческая часть, именно работа человеческого организма, то, как там между собой все взаимосвязано, как какой-то ген попадает и начинает портить производящиеся белки. Историю про человеческий организм, хотя не стоит забывать о том, что то, что работает для человеческого организма, работает и для многих иных живых структур. Ну да, даже я мат-моделирование, там почки мы изучаем, почти вся экспериментальная часть делается на мышах. Млекопитающие и какие-то основные механизмы, они очень схожи. Понятно, слушай, интересная область, куда ты движешься. Ну а скажи, какую бы ты дал рекомендацию вот нашим зрителям, если они хотят стать программистом? Мне в свое время не хватило понимания конкретных парадигм программирования, то есть что и почему и как. То есть я пытался уже в какой-то код, то есть я пытался уже что-то писать, что-то делать, а мне кажется, что нужно сначала понять, как это работает изначально, то есть что такое, например, объектно-ориентированное программирование, почему оно, как оно строится, что такое процедурное программирование. Ну, а где вот эти знания можно получить? Хороший вопрос. То есть, ну, то есть какой-то кружок нужно пойти хороший, либо какую-то книжку почитать, либо какие-то видео посмотреть. Проблема книжек, она, наверное, заключается в том, что они написаны достаточно серьезным языком, и через некоторое время
у читающего появляется такая утомляемость и пропадает интерес. Это плохо, как мне кажется. Я не знаю, но как-то само получается в итоге. Мне кажется, нужно просто делать. Просто начать интересоваться этим и по чуть-чуть изучать. Да. Очень много внимания уделить именно на парадигмы. То есть не забивать на то, что как-нибудь само. Вот именно начинать понимать с этого уровня, чтобы дальше писать хороший код. Хорошо, спасибо тебе большое. Так, вот у нас кафедра информатики и прикладной математики. Мы сейчас можем пообщаться с нашим преподавателем Игорем Жирковым, который сейчас активно занимается именно модификацией программы. Это, поясню, что учебной программы, а не какого-то кода. Так, тут ремонт. Так, привет, Игорь, мы к тебе пообщаться. Ну, привет. Игорь, а чтобы зрители поняли, с кем я говорю, можешь чуть-чуть рассказать о том, где ты учился и как так получилось, что ты вот здесь сейчас работаешь преподавателем? Ну, началось все 10 лет назад, или даже чуть больше. В 2008 году я поступил на тогда еще кафедру ВТ. Получился здесь... Это вычислительная техника? Да, это кафедра вычислительной техники. Исторически это первая кафедра, которая вообще в ИТМО занималась вычислительными приборами. И отсюда пошло все остальное программирование и разработка железа, которое у нас сейчас есть. Вот. Потом я поучился прикладной математике в академическом университете. Тогда там был ректором Жорес Алферов, лауреат Нобелевский по физике. Я даже был на его лекции в МГУ. Он к нам приходил, когда он получил ее. Вот. Там тогда учили прикладной математики в программировании, биоинформатики, теоретической информатики. Были три направления. Я учился вот на программной инженерии, но это фактически была прикладная математика. Сейчас люди оттуда, они делают компьютер сайенс-центр, программирование в питерской вышке, корпоративную магистратуру JetBrains тоже у нас в ИТМО, и новый факультет в СПбГУ, факультет математики и компьютерных наук. Поучился там, еще немножко поучился в ИТМО, и потом 4 года я жил во Франции, сначала в Орлеане, потом в Нанте, там занимался компьютер-сайенсом. То есть ты туда на PhD поехал, да, в аспирантуру? Угу. Так, вот. Как ты тут оказался? Вот, случился ковид, я вернулся сюда, но все это время, на самом деле, с своего выпуска из бакалавриата ИТМО, я здесь преподавал. Я сделал курс по низкоуровневому программированию с некоторой командой моих коллег. То есть, делая PhD во Франции, ты наездами приезжал и ввел какие-то предметы, да? Да, я ввел свое низкоуровневое программирование. Несколько раз получилось так, что мы делали просто лекции в формате стриминга. То есть, я стримил на Твиче. То, что сейчас делают все универы. Да, мы были первые в некотором роде, вот, кто стал стримить лекции еще до ковида. Ну и, собственно, случился ковид, я вернулся сюда на время карантина затянувшегося. А тут представилась такая возможность поработать над той программой обучения, на которой я сам когда-то учился. Ага, давай, прежде чем мы вот это так более в деталях начнем обсуждать, можешь ты пару слов сказать о науке, которую ты делаешь вот на PhD во Франции? Хорошо. Я занимаюсь сам формальной верификацией. Это означает, что я доказываю свойства программ с помощью математики. Причем делаю доказательства в такой форме, что компьютер может на них посмотреть и сказать, правильные они или нет. Для некоторых вещей мы не можем написать хорошие тесты. Их или слишком много, или сама специфика алгоритмов, которые мы тестируем, она, ну, предполагает, что количество тестов там будет невероятно большим. Ну или, в принципе, может быть непонятно, как это сделать, тоже для некоторых случаев. Могу ли я сказать, что это, ну, какая-то своего рода высокоуровневая тестировка программ? Ну, или есть... что это? Но тестирование, оно тоже должно повышать наше доверие к программам, которые мы делаем. Цели те же самые, средства просто немножко другие. Вот. То есть, ну да, как тестирование, только с математикой. Хорошо, я просто чуть-чуть далек вот от этой сферы. То есть для меня программирование — это вот как инструмент в математическом моделировании. То есть, а у тебя, получается, ты используешь математику, чтобы формально доказывать, что работает программа. Да, чтобы доказать, что программа делает то, что мы ожидаем от нее. Ага. Вот. Если ты делаешь программу для какого-нибудь марсохода, от которой зависит, придется нам
посылает новый марсоход, потому что там он, у него колеса сломаются из-за того, что там электричество не в нужный момент мы подали на них. Или нет, вот тогда есть смысл вложить дополнительные деньги, достаточно большие, в то, чтобы верифицировать программу, которая управляет марсоходом, и немножко обезопасить нас от ошибок. А скажи, а в чем твоя мотивация была вот сейчас, когда, вот, пускай это пандемия, приехать сюда и сейчас заниматься здесь вот там улучшением обучающего процесса? Почему ты не остался у себя в университете во Франции и, ну, грубо говоря, в спокойной атмосфере дома писал бы сейчас свою PhD, диссертацию? Ну, когда случился карантин, я не думал, что это затянется, честно сказать. Вот. А когда представилась возможность здесь поработать вот над учебной программой, это то, чего я давно хотел сделать. А такой уточняющий вопрос. Так ли это, что вот ты сам учился, чем-то был недоволен конкретными там, либо предметами, либо то, как они вместе увязаны, и ты такой думаешь, ну это надо поменять, я именно хочу так это улучшить. И было. Именно так и было, когда я сам учился. Ну, у многих людей были такие же ощущения от любых образовательных программ, я думаю, где кто бы то ни было, когда бы то ни было учился. Идеальных программ не существует, всегда есть, куда можно их... как их можно модифицировать, как их можно улучшить. Да, это была одна из тех главных причин, по которым мне это было интересно. И преподаванием я стал заниматься тоже отчасти поэтому. Мне хотелось вот быть для моих студентов каким-то таким старшим, более опытным, но равным товарищем, который помогает им разобраться, который помогает им расширить кругозор немножко, объяснить, что к чему, и повысит эффективность их обучения. А вот во Франции ты тоже преподаешь? Во Франции я преподавал, но я преподавал у инженеров. А что? Какие предметы? Я преподавал основы программирования для инженеров, вел практику. Это такая тоже распространенная вещь. Аспиранты во Франции могут, им дается возможность 60 часов в год преподавать. И вот я просто когда делал PhD в Ирландии, у нас даже за это доплачивали, у меня в целом получалось, мне кажется, где-то около 400 евро в месяц, плюс к стипендии за счет преподавания. У вас там доплачивают за это? Да, за это доплачивают. Я не могу сказать точно сколько, потому что я, честно сказать, не помню, это было... Но там, скорее, это делают для своего резюме. Для практики, потому что, да. Потому нет, что... это понятно, но да. Просто, знаешь, приятно, когда тебе еще и доплачивают, потому что, вот насколько я знаю, в США там как раз преподавание, это считается, что это... По умолчанию твоя обязанность. Ты получаешь стипендию, и уже автоматом вот ты должен преподавать. В Европе за это доплачивают. А вот в Австралии я ездил некоторое время назад, общался, и мне студенты называли, ну, аспиранты. Там австралийских долларов им платили 190 за час работы. Я просто был в шоке, потому что... И там был молодой лектор, мой знакомый, он говорит, вот во время, когда, ну, вот горячая пора, говорит, у меня, будучи лектор, там, по-американски это assistant professor, у меня получается доход в это время ниже, чем у студентов, потому что у них вот эта почасовая оплата просто какая-то космическая. С ума сойти. Да, поэтому, ну, в каком-то смысле это играет роль. Это играет роль, но, тем не менее, вот преподавание — это все-таки достаточно времязатратный процесс, особенно если ты практикант и проверяешь много домашних заданий. Да-да-да. Вот это было, конечно, достаточно тяжело. Но для опыта важно, потому что если потом на лектора претендуешь, то да, это твое... везде будет учитываться. Твое резюме в данном случае будет играть роль, и это скорее жест такой доброй воли, что нам дают возможность немножко подзаработать и немного попреподавать. Вот расскажи, что это такое за план здесь? План разворачивается у нас на 8 семестров. Это период обучения в бакалавриате. И это план для специальности информатика и вычислительная техника. Ага. Это программисты, но с одной особенностью. Значит, в программировании есть два типа прям сложных задач, за которым людям платят много денег. Первый тип — это когда мы не знаем, как сделать. Нам нужно придумать какую-то суперсложную или несложную, или такую...
необычный алгоритм, который задачу решает. А второе, когда, в принципе, понятно, что нужно сделать, но сделать надо так много всего, у нас получается такая сложная система, что в какой-то момент, если человек просто пытается снахрапу, так сказать, эту систему сделать, он просто погибает под ее сложностью, потому что нужно что-то добавить, в одной части системы мы что-то добавляем, и в другой части системы внезапно все рушится. Ага. Потому что столько взаимосвязи между частями. Ладно. Мы должны готовить именно таких людей, которые могут строить сложные системы. Это могут быть программы большие, это могут быть программно-аппаратные системы, где есть и железяки какие-нибудь, и программные компоненты. Угу. Первые 4 семестра, первые 2 курса, это больше такой вообще образовательный процесс. Там есть некоторое количество фундаментальных дисциплин, сейчас это математика, физика, программирование, и специальных дисциплин тут очень мало. Вот. Кроме того, есть софт-скиллы. Но понятное дело, что мы инженеры, и один инженер в поле не очень-то большой воин. Нам нужно собираться в команды и взаимодействовать, вместе делать большие проекты. Поэтому софт-скиллы — это тоже важно. А вот смотри, вот я просто преподаю тоже у инженеров, хотя я математик, но в основном вот какие-то такие математические штуки, и мы тоже развиваем у них софт-скиллы, то есть они должны, например, делать какой-то проект в небольших группах, и мы пытаемся вот как раз, вроде как они делают конкретный проект, но обучаются работать в команде. То есть у вас тоже вот есть такая... Да, у нас есть работа в команде, у нас вот мой есть специальная часть, которая занимается организацией софт-скиллов на всех факультетах. Притом там очень важный такой момент. Я как раз попал под все это, и и предметы касательно софт-скиллов, они стараются собирать людей со всего университета в одни группы. А чтобы не быть абстрактным, вот софт-скиллы, можешь вот что-то, примеры привести, что именно развивают? У нас было, например, эффективное лидерство какое-нибудь, командное образование. Была последняя техника публичных выступлений. Ага. Что-то в такую сторону. И нас собирают с разных факультетов, с разных направлений на то, чтобы мы между собой коммуницировали. Ага, то есть одна группа работает над каким-то проектом, при этом представители там совершенно разных учебных направлений. Я даже часто шутил по этому поводу вот в конце как раз второго курса, по поводу того, что у меня 3 разные группы, и я уже не понимаю, где я учусь. Ага. То есть своя группа на технологии публичных выступлений, своя группа вроде как университетская, своя группа на еще одну выборную дисциплину. Ага. Хорошо. Ладно, а у тебя есть какие-то вот вопросы к Игорю? Я не знаю, вот просто... по поводу, да, это тот учебный план, по которому ты сейчас учишься? Я завидую всем тем, кто будет по нему учиться, потому что... Здесь... А что здесь лучше, чем у тебя было? Здесь очень много чего уделено тем аспектам, которым в мое время не так уделялось много внимания, например, там комплексный анализ, группы, теория чисел, это все очень здорово, и я... Блин, то есть тебе хотелось больше математики, да, вот на этих первых курсах не хватало? Да, мне прям этого очень не хватало. Здесь есть несколько бумажек разных видов. Фиолетовые бумажки показывают те дисциплины, которые у нас уже сейчас есть. Вот эти бумажки показывают определенные теги, какие-то наши желания, чего бы мы хотели добавить, и они не соответствуют обязательно одному курсу. Это может быть какая-то тема. Желтые бумажки соответствуют не профильным дисциплинам и не общеобразовательным дисциплинам, на которые мы не можем влиять, не хотим влиять. Это, в общем-то, не наша специальность. Маленькие желтые бумажки, ими отмечено изменения в курсах, которые мы хотели бы сделать. Например, мы хотим передвинуть физику с первого и второго семестра на второй и третий, чтобы физики не отставали от математики. Вернее, чтобы математика не отставала от физики. Сейчас физика раньше использует математический аппарат, нежели студенты его... Там дифуры какие-нибудь, да, там именно так, уравнения именно в частных производных. Да. С физикой вообще отдельная большая история. Мы думаем, как бы ее сделать интересной для программистов. Потому что для программистов это не профильная вещь. Ну да. Вот. Кроме того, программистам интересна другая математика, нежели физика. В основном это теория графов, логика, вычислимость, комбинаторика, то, что называется дискретная математика. А физикам интересна неприродная математика. Дифуры, теория поля, ну ты сам лучше знаешь. Вот. А красные бумажки, они помечают курсы, которые мы хотели бы связать большим проектом.
Мы хотим большей связи между дисциплинами, mm-hmm. потому что люди лучше усваивают информацию, если какой-то новый кусочек знания, он встраивается в их уже существующую картину. Mm-hmm. Если я что-то слушаю на лекции и думаю, а, но ведь на предыдущем курсе у нас было что-то вот связанное с этим. Mm-hmm. Вот. Это очень важно, и мы хотим с помощью этого повысить эффективность обучения, потому что лекции — это не очень эффективный способ обучаться, к сожалению. А скажи, а по выбору у вас есть вот за 4 года какие-то предметы, и если есть, то какой их процент по отношению к обязательным предметам? По выбору у нас не очень много дисциплин. У нас есть специализация, начиная с 5-го семестра, то есть с 3-го курса. Mm-hmm. Вот конкретно в этой программе две специализации. Одна больше идет к железу, а другая идет в сети, в компьютер. Mm-hmm. Ну, то есть выбор, получается, курсов именно вот здесь, когда человек решает, что я в это направление иду, и да. тогда вот он берет этот спектр следующих предметов. Да, да. Мы думали, что, может быть, получится сделать большое количество выбранных курсов и дать студентам большую свободу выбирать их собственную траекторию mm-hmm. образовательную, но это немножко противоречит цели интеграции, потому что тогда курсы должны быть более независимы. Да, есть такая проблема, я ходил вот в том числе в MIT в лекции, да, у них, ну, если ты знаешь, в Штатах вообще вот эта мода, там все сам выбираешь, mm-hmm. что из чего. И это, к сожалению, ведет к примитивизации курсов, потому что, ну, туда приходит сборная солянка с разной базой, и, ну вот, к сожалению, чуть-чуть уровень понижается, планка, потому что они ни во что не интегрированы, они да. такие независимые. Ну, я бы тут еще подметил то, что вот у нас есть как раз курс, допустим, по методам и основам программной инженерии, который уже сейчас тянет какие-то лавы с нашего курса по веб-программированию, то есть у нас условно было задание взять нашу лабораторную и переписать ее на систему автоматической сборки, например, и чтобы она работала именно так. А можешь вот пару слов пояснить о том, что ты мне говорил, что тебя на самом деле посылали в Бостон на стажировку, и где ты изучал, как вот делать дизайн учебной программы? Угу. Ну, ИТМО нас послала в небольшой команде 6 человек в All-in College, на виртуальную стажировку, такой воркшоп по дизайну образовательных программ. Было интересно посмотреть, потому что у них как раз-таки принцип выбранности дисциплин, он возведен практически в абсолют. У них очень много выбранных дисциплин и очень мало обязательных. Причем процесс обучения у них строится от проектов, которые делают сами студенты. Вот студент заинтересовался чем-то, ему хочется сделать какого-нибудь прыгающего робота, он берет под этот проект те курсы, которые помогут ему его сделать. Но All-in College — это очень маленькое место. Там набор порядка 60 человек в год. Mm-hmm. В то время как у нас на вот одной этой специальности уже 80 человек. А целый поток, ну, порядка, наверное, 200-300 человек. Ну, а ты вот что почерпнул из, вот, из этого курса? Угу. Вот ты лично, вот, что полезного получил? Лично я... Применимы ли эти знания оказались? Некоторые из них были применимы. К примеру, метод персон, который помогает понять, насколько интересны наши курсы для студентов. Он сводится к тому, что нужно придумать нескольких таких архетипичных студентов, которые может быть интересна наша программа. Uh-huh. Скажем, какой-нибудь Федя, который любит думать про вычисления очень абстрактно, который любит высокоуровневые языки программирования, любит логику, философию. И вот придумывать такого, насколько ему подойдет. Да, ты придумываешь такого человека, продумываешь его личность, его интересы, его ценности, его мотивацию, и потом пытаешься встать на его место и пройтись по учебному плану. Угу. Особенно это важно для выбранных курсов. То есть такой человек, ему будут интересны определенные выбранные курсы, чтобы достичь его собственных целей, чтобы удовлетворить угу. его собственные интересы. Вот. Мы этот метод тоже решили использовать и выделили несколько таких архетипичных студентов, которым могла бы быть интересна наша программа. Угу. Но выборности у нас особенно нету сейчас пока что. А скажи, а тебе бы хотелось, чтобы была большая выборность у студента, чтобы он мог сам делать дизайн своей учебной программы?
Или ты воспринимаешь это как минус, что это деградация ведет учебного плана? Я считаю, что есть два момента здесь. Первый момент. Студентам всегда нравится делать выбор. Ну, в принципе, нам всем нравится делать выбор. Да, это свобода. Даже имея две альтернативы, абсолютно равные, если мы сделали выбор, нам все равно будет приятнее. Да, безусловно. Поэтому это плюс к мотивации. Студент не всегда знает, что ему лучше выбрать. Угу. Поэтому нужно, чтобы был какой-то ментор, с которым он мог бы посоветоваться, с которым у него были бы доверительные отношения, хорошие такие, человеческие, который мог бы ему помочь составить его собственную образовательную программу. И тогда метод обучения через большое количество выбранных курсов, он может сработать. Ну, а ты бы хотел здесь увеличить процент выбранных курсов по сравнению с обязательными? В идеале, да, но мне кажется, что это было бы более эффективно в магистратуре, когда люди уже имеют определенную базу, и они лучше понимают, что им хотелось бы. Кроме того, в магистратуре идет специализация, и вот в рамках специализации выбранные курсы, они вот самое то, что нужно, мне кажется. Ну, вот в этом смысле в Оксфорде похоже чуть-чуть, как ты озвучиваешь. То есть у них в начале, когда начинаешь учиться, обязаловка идет, а вот потом, к концу обучения, уже появляется выбор. То есть когда вроде как ты уже умеешь соображать, и тебе дают свободу действовать самостоятельно. Но я вижу нашу большую задачу, как преподаватели и люди, которые эту программу создают, в том, чтобы студент всегда понимал, когда он идет на лекцию, зачем ему это нужно. Это первое. И как это связано с тем материалом, который он уже знает. А если у него ничего еще нет, ну, например, в начале первого курса, с чем ему связывать этот материал, он должен хотя бы понимать, что для достижения его конечной цели, а здесь это стать инженером, который умеет делать сложные программные или программно-аппаратные системы, ему это нужно. И он должен понимать, зачем. Понятно. Спасибо. Ну что же, я очень надеюсь, что это видео было вам полезным, уважаемые зрители, и вы получше узнали, что такое программная инженерия, информатика и вычислительная техника на ИТМО. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если у вас есть какие-то соображения, про что мне еще снимать на канале, то обязательно тоже напишите. Ну и не забудьте поставить палец вверх, если видео вам действительно понравилось. До новых встреч!